Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. В этом обзоре предлагаю взглянуть на свежий мод от Тимирзянова 102, а именно на прицеп 2PTS4887B. Прицепов всевозможных с постсоветского пространства в общем доступе хватает. Но зачастую это не авторские конверты, хотя и авторские свежие работы, разумеется, по эффективности с ними схожи. Но, ребят, тут все дело кроется в деталях. Разумеется, когда речь идет о работах, например, того же Филюза Тимирзянова, тут, конечно, надо смотреть, рассматривать, чтобы понять, насколько же действительно это очень классный мод для ценителей вот этой советской и постсоветской классики. Итак, ребятки, погнали с магазина. Есть несколько конфигураций и емкостей у этого прицепа. Ну, например, 5250 литров – это для тех, кто не очень требователен к загрузке своего прицепа. Или, например, 5200 литров вот с такими наростами. Также есть прицеп на 9450 и вот такой на 17850 литров для тех, кто будет перевозить травку, солому, сено и подобные другие кормовые культурки. Плюс две платформенные конфигурации под тюки и поддоны. Также можно, ребят, оставлять как окрашиваемые борта, так и вот неокрашиваемые деревянные борта, такие вот прям со свежим деревцем, так и чувствуется, что от него пахнет от этой свежей, друзья, древесинкой. Можно все это добро, разумеется, красить, когда речь идет о окрашиваемых бортах. Тут можно красить и саму раму, и кузов, плюс, разумеется, можно покрасить и обода. Вот такая вот наборка конфигураций для этого прицепа. В общем, все, что могло, друзья, быть в плане конфигурации для вот такой наборки, оно все присутствует. Ну и, разумеется, есть и другие моменты, которые радуют глаз, и мы сейчас на них посмотрим. Но тут нам уже потребуется трактор. Возьмем вот этот МТЗ, чтобы немножечко так оценить возможности антуражные нашего испытуемого. Начнем, наверное, друзья, ну что бы, ну, с какого-нибудь из маленьких наших прицепчиков. Нам тут главное, что посмотреть, разумеется, модель загрязнения и модель износа. Та и другая, друзья, присутствует. Уж поверьте, сейчас все сами увидите. Итак, начнем, конечно же, с того, чтобы пачкать наш прицеп. Куда уж без этого. Мы же любим прям вот износ, old school, поэтому нам подавай еще, чтобы это все еще и было грязным. И тут в этом плане у моделей Филюза Тимирзянова полный порядок. Если вы помните, как-то я показывал обзор на его, друзья, пак на возразбрасыватель Роу. Вот там тоже в плане то, что касается загрязнений, износа был полнейший порядок. Здесь тоже все на том же шикарнейшем уровне. Итак, что касается, ребят, теперь износа, то тут тоже все потертости на месте, именно металлические, а не деревянные. Детали трутся, и трутся они там, где действительно у них наибольшее количество контактов может быть с другими поверхностями. Постоянно открываются, закрываются. Опять же, всевозможные ветра, дожди. И, конечно же, металл трется. Ну, можно выбрать конфигурацию поскромнее, если вам надо прям на старте получить, скажем так, изношенный уже прицеп, поставить износ, например, через тот же Easy Development, который я сейчас пользуюсь, поскромнее, какой-нибудь на 50%, чтобы он был не полностью убитый металл, как в том случае, когда я выбрал сотку. Так, ребятки, ну и, наверное, с деревянными бортами, опять же, попробуем посмотреть, опять же, посмотрите, как это вот с деревянными неокрашиваемыми бортами, там тоже деревянные борта, в первом случае, что мы смотрели, но только окрашиваемые. Тут тоже в плане износа та же самая история, изнашиваются только металлические части, ну и само собой разумеющееся, когда речь идет о грязи, то тут пачкается все. Но тут что-то у меня возникает затык с Изи, вот я не понимаю, почему он тут не захотел мазать прицеп, хотя на самом деле он мажется, как и все другие прицепы, тут вопросов с ним не возникает, с моделью загрязнения. Ну давайте другой прицеп зацепим, та же самая история, но я думаю, сейчас мы как-нибудь разберемся с Изи и испачкаем его. Так, давайте немножечко потыкаю туда-сюда, уберем износ, но поставим, например, то же самое загрязнение на 100%. И вот полный порядок, все испачкалось, все грязное. Ну, это вот для тех, кто хочет, что называется, на старт получить весь кайф от вот этой разрухи. Разумеется, те, кому нравится что-то новенькое, вот именно поработать с инструментом с постсоветского пространства, но иметь его именно свеженький, то вот, конечно же, когда речь идет о прицепе вот с этими неокрашиваемыми деревянными бортами, то тут, да, можно вот как раз-таки эту новизну прочувствовать. Прям очень приятный действительно прицеп в плане антуражности. Надо, друзья, конечно же, понимать, что мод этот самый не для каждого игрока, потому что те, кому нравятся эффективные инструменты оборудования, тот, конечно, разочарует этот самый мод, потому что его емкость этих прицепов, ну, совсем очень скромная.
и это надо понимать. Так что если вы не фанат техники с постсоветского пространства и оборудования, вы особо не фанатеете от работы с МТЗ и оборудкой для подобных маломощных тракторов, то, конечно, лучше не расстраиваться. Да, мод приятен, но и в эффективности он вас, конечно же, разочарует. Те же, кому нравится именно вот такой формат, на ферме покрутиться на наших любимых белорусах и, разумеется, с подходящей для него оборудкой, то 2 ПТС обязательно, друзья, должен быть у вас в гараже. Тем более такой приятный, который мажется и трется, вот еще и с живыми он, друзья, брызговиками, как можете заметить. Все в этом плане полный порядок. Ну и, само собой, конечно же, рабочая светотехника. Куда уж без этого. То есть вся наборка необходимых элементов в прицепе присутствует. Что, ребятки, касается того, где это скачать, то, разумеется, либо можете зайти в группу Филюза Тимирзянова в ВК, либо скачать вот здесь по его авторской ссылке, под видео находится она, так что можете затестить, опять же, посмотреть действительно, насколько это очень и очень приятный мод. Как вы могли, друзья, обратить внимание, есть там еще конфигурации для тюков, разумеется, поддонов, но тестить их не будем. Там, конечно же, загрузка поскромнее, но, опять же, делаю отсылку к тому, что тем, кому нравятся именно вот подобные устройства, оборудование, не самое эффективное для вас, разумеется, это, конечно, хороший выбор будет, потому что вот он абсолютно выполняет все те самые условия, которые мы выставляем для оборудования с постсоветского пространства. Разумеется, это внешний вид, визуалка в полнейшем порядке. Ну и, конечно же, когда речь идет о визуалке, все, что касается эффективности, объемов загрузки, это уже остается на втором плане, потому что мы готовы жертвовать эффективностью ради того, чтобы получить вот такую вот, друзья, классную модель, соответствующую духу наших карт с постсоветского пространства, которые мы так любим катать. Ну, сейчас мы, ребятки, будем разгружать этот прицеп, чтобы могли увидеть, как это все происходит, что действительно рабочий абсолютно инструмент. Тут три варианта разгрузки: назад, влево и вправо может опрокидываться данный прицеп. Ну, давайте потыкаю на У. Вот он назад уже выставлена конфигурация разгрузки. Ну, можно выбрать лево-право, как я сказал. Вот он меняет все в полном порядке. Ну и пока, друзья, будет разгружаться наш МТЗ, я буду потихонечку закругляться с обзором. Главное, я вам показал, что этот прицеп уже есть в общем доступе, так что если вы каким-то чудом его пропустили, то обязательно скачайте для фанатов техники, оборудования и карт с постсоветского пространства. Обязательная история, чтобы обслуживать свою ферму. Но я же, друзья, как и всегда в конце своих обзоров, разумеется, желаю вам и вашим близким здоровья, всего самого наилучшего и, конечно же, всем нам мирного чистого неба над головами. Будет скучно, заглядывайте в группу канала «Просто Симулятор». В ВК называется она «Просто Симулятор. Обзоры по фарминг симулятор». Там найдете и новости от авторов мода. Кстати говоря, свежий выпуск новостей за вторую половину июня не за горами. Ну и, конечно же, друзья, найдете ссылочки на скачивание разнообразных интересных модов из общего доступа. Ну а я же надолго не прощаюсь. Совсем скоро услышимся и увидимся. Пока-пока, друзья!